В общем, снял бак, скинул инжектор. Вот такая вот сажа там внутри. Ну, все, теперь вроде ничего не мешает. Сейчас начну вытаскивать мотор, выковыривать. Ну, короче, ушло у меня вот на это все, наверное, часа три, чтобы его достать. Снял клапанную крышку. Заметил то, что метки ГРМ у меня не совпадают. Немножко. Простой крыш на 12 сюда. Обычная головка на 12 сюда не лезет. Цилиндр в хорошем состоянии.